Добрый день. Мы находимся в Ростовской области, в Печеноковском районе, агрокомплекс Ростовский. Здесь проходят испытания катка CrossKill, в простонародье называемым грудобоем. Значит, фон — пшеница пахана, потом задискована. Вот вы видите, после пахоты, в августе была пахота, потом прошло дискование, потом еще и культиватором пытались выровнять, но осталась глыба, грудка вот такая вот, которую, ну, очень трудно, вот даже я могу показать. Вот ее надо разбить, потому что надо делать предпосев, вот, с нескольких раз разбивать. Делать предпосевную подготовку почвы. Фон — вот такая грудка. Вот проход после катка CrossKill, или как в простонародье называется, грудобой. Сейчас на дворе 28 сентября. Идет предпосевная подготовка почвы. Вот смотри, до прохода фон, вот он, и вот после прохода фон. Это за один проход делается. Значит, каток КЗК-10СК 10 метров захвата, трактор МТЗ-1221, рабочая скорость 12-13 км/ч.